Дорогие друзья, всем Маткульт-привет! А знаете, кто это? А это Андрей Павликов, он же Хитман, математик МГУ. Вот, и это наш короткий коллаб, во время которого мы будем по очереди решать задачи из замечательной, очень такой содержательной латвийской 70-й математической олимпиады. Вот так. Значит, это, что называется, не прошло и года. Не прошло. По-моему, не прошло. Не, точно нет. Летом нас просили. Вроде. Да, потому что нас просили в районе лета или весной. Не, по-моему. Но, в общем, года не прошло. У меня много подписчиков из, ну, как бы некой большой окрестности. Я это называю русским миром, без всякой претензии на какие-либо танки, естественно. Просто люди, которые говорят по-русски. И понимают. И понимают, да. И их очень много и в Прибалтике, и на Украине, естественно, Беларуси. Я считаю всех наших подписчиков из-за рубежа такими же нашими родными людьми, как и тех, с кем я каждый день общаюсь. Вот. Так что с большим удовольствием вот все эти документы мы рассматриваем. Время от времени нам очень интересные вещи шлют. И вот латвийская 70-я математическая олимпиада. Тот же парень прислал и их не ЕГЭ, но ЕГЭ настолько просто тривиален, даже по сравнению с нашим, что мы его решили, ну, как бы даже не сказать, там нечего делать, там полностью скучно. А вот олимпиада интересная. Да. И будем мы разбирать... По очереди. По очереди, да. Получается, сейчас... что вот. Нечетные задачи я разбираю. Да, четные, то есть вторую и четвертую. Первую, третью, пятую разберет Андрей, а вторую и четвертую разберу я. Да, вот, хорошо. Так что давай. Давай. Итак, начинаем. Задача номер 1. 1, 10 и 2020 член геометрической прогрессии является натуральным числом. Обязательно ли и 2019 член прогрессии является натуральным числом? Но здесь условно надо понимать так. Верно ли, что в любой прогрессии... Вот 2019 член является натуральным числом. Понятно, что такие прогрессии есть. Например, можно взять стационарную, все единички. И 2019 член будет натуральным числом. Да. Но, может быть, не во всякой прогрессии такое. Поэтому давайте разбираться. Итак, первый, это значит B1, а 10, B10 и 2020. А вот эти числа натуральные. Значит, что я напишу? Ну, какой-то n я возьму, да? А значит, здесь что такое будет? Здесь будет n умножить на q в 9. Безусловно. И это натуральное число. Да. А значит, q в 9, в свою очередь, само натуральное число. Так? Верно? Неправильно. Неправильно. Совершенно верно. Потому что, например, 4, может 6. Здесь быть дробь. Дробь 4, может 6, быть, да? Например, скажем, там, ну какая-нибудь дробь. А здесь... натуральное число, которое эту дробь уничтожает. Ну, конечно, ну, здесь 9, там 4, здесь 6, да. Да. Вот это неверно. Неверно. И это, кстати, хорошо. На этом мы будем играть. Соответственно, здесь n умножить на q в 2019. Это, конечно, тоже натуральное число. И то, что нас интересует в 2019, это будет n умножить на q в 2018. Да. И вот если вдруг окажется, что вот это иррациональное число, так это ровно то, что нам нужно. Тем самым сразу опровергаем, что это обязательно натурально. Да. Ну, например, один из вариантов. Да, то есть это совсем просто. То есть, может быть, и с дробными можно что-то придумать. Но мне кажется, что иррационально будет быстрее. Тогда я что говорю? Вот здесь я думаю, вообще, девятка, что с дробной не получится. Ну, я не знаю. Можно попробовать. Сейчас знаменатель не убьется. Вот смотри, вот здесь девятка, вот здесь 2019, оба числа делятся на 3. Да, да. Да? То есть, ну, понятно, по сумме цифры я это быстро определил. 2 плюс 1 плюс 1 плюс 9 это 12, кратно 3. А значит, можно сказать так, давайте возьмем q в 3, это какое-то хорошее число, натуральное, 2, например, 2, да, то есть почему бы нет. Тогда получаем, что q это как раз корень кубический из 2. И тогда посмотрим, что такое 2018. 2018 это получается 2016 плюс 2, так? Да. А тогда q в 2018 будет равно q в 2016, вот это 2 в какой-то степени, умножить на q квадрат. То есть это будет, ну давайте я напишу 2 в какой степени. Ну понятно, что здесь надо поделить на 3. Я вот так вот тогда напишу, чтобы не считать, потому что в этом необходимости нет. Умножить на q квадрат. А q квадрат это корень кубический из 4. Все, а вот это иррациональное число. Ну значит ответ нет. Да, не во всяком последствии. Да. Ну можно привести там n равно единице, а дальше поехали. Ну да. Кругаля, но здесь можно взять любой натуральный. Любой. Ну давайте для определенности единичку возьмем. Да, но я могу дать дополнительный пункт. Все-таки я почти уверен, что если знаменатель рациональный, то не получится ничего. То не получится придумать? Не получится придумать. Знаменатель будет накапливаться. То есть тут суть именно в том, что это настоящее иррациональное число. Но это я вангую, но кажется, я должен буду быть прав. Ну, да, я думаю, что это подписчики, в принципе, да, подписчики решают. Да. Конечно, да. Вот. Отлично. Отлично. А я решаю задачу номер 2. Но прежде я сотру с доски за ненадобностью материал. А я пока ее сформулирую, да? Ну, или мы эту часть вырежем? Это вырежем. Ага. Ну, смысл. Ну да. А, ну это вы уже сами вырежете. Да? Да. То есть, ну, какой интерес смотреть, как я с доски стираю. Да, да, да. Я стрим вел 6-часовой тогда. И меня спрашивают во время стрима: а зачем у тебя мокрая тряпка? Я говорю, ну, наверное, чтобы стирать удобнее было. С доски. Ну, 6 часов я подряд на одной доске, я же все уже не смогу написать. А может, и не будем ничего вырезать, так что же прикольно. Жизненные ситуации какие-то, да? Вот. И вот она, вторая задача. Подъехала. Определите самое большое и самое маленькое значение выражения x плюс y плюс z на 1 на x плюс 1 на y плюс 1 на z. Вот это вот на экстр, как написали бы мы на Мехмате МГУ, да? Экстрем. На экстремом, да. При условии, что x, y и z принадлежат отрезку от 1 до 2020. Ну, понятно, почему до 2020, да? Потому что год 2020. Конечно. Мы это уже в 2021 решаем, но мы же говорим, что не прошло и года. Не прошло. Новая олимпиада еще не подъехала. Да. Вот. Но, кстати, мне интересно, кто соблюдает. 12 марта. Составляет. 12 марта олимпиада. Марта, да, на самом деле, да. Года точно не прошло. Года не прошло. Интересно, кто-то соблюдает, составляет, кто-то грамотный вполне. Вполне, конечно. Вот, так вот. X, Y, Z не указано, что должны быть целые, либо там дробные, никакие, какие угодно, правильно? Поэтому будем решать ее в вещественных числах. Но прежде всего давайте перемножим, все-таки, так сказать, хоть это и нудно, но мы перемножим. А, понятно, что вот эти X на одну X, Y на одну Y и Z на одну Z дадут нам 3 единицы, то есть число 3. А остальные сложатся в такие скобки перекрестные. Y на X плюс X на Y. Плюс y на z плюс z на y. Плюс x на z плюс z на x. Да. То есть вот, собственно говоря, что на самом деле мы изучаем. И понятно, что тройка нас не интересует. Она будет интересовать нас только в конце, чтобы не забыть, что ее надо прибавить. А минимум и максимум надо считать от вот этого вот выражения. Ну, начнем с минимума. Как известно... Ну, какую-нибудь букву здесь придумать. М. М плюс 1 МТ всегда больше или равна 2. Как это доказать? Да? Если М положительная. Да, да. Ну, у нас все числа положительные. И отношения их, естественно, тоже будут положительные. Вот, поэтому, значит, у нас вот это для М больше нуля. Почему? Ну, потому что я могу написать... m минус 2 плюс 1 на m равно корень из m минус 1 на корень из m, возведенное в квадрат. И, соответственно, будет больше равно нуля. Это стандартный трюк, между прочим. Да. Вот. Поэтому вот это у нас есть, а значит, вот эти все выражения больше или равны двойке. Потому что это каждый раз какой-то m плюс 1 делить на m. Это же просто соотношение между средним арифметическим и средним геометрическим. Да, конечно, это просто среднее арифметическое и среднее геометрическое в чистом виде. Так как средний геометрический у них 2 единицы. На 2 поделить на 2, да, на 2 поделить. И получится арифметическая слева, единичка. Да-да-да, средняя арифметическая не меньше единицы, не меньше единиц, потому что средняя геометрическая равно единице. Да. А значит, удвоенное 2. То есть здесь, соответственно, получается 3 плюс 2, плюс 2, плюс 2. И меньше, чем девятка, ничего не выйдет точно. Ну, надо предъявить, когда девятка происходит. Ну, например, когда они равны. То есть не например, а ровно, когда они равны. Можете доказать, что только в этом случае, кстати. Вот, ну а чему равны? Да чему угодно. Хоть единицы, хоть 2020, хоть там чему-то еще. Корень 17. Корень 17, да, почему-то, друг. Ну, пожалуйста. Вот, и поэтому мин этого выражения равен 9. Вот давайте это запишем. Мин равен 9. А вот с максимумом надо немножко помучиться, дорогие друзья. Я не знаю, есть ли в Латвии в школе производные, но я буду считать, что есть. Наверняка. А ты же смотрел экзамен, их смотрел. Да, кажется, там есть. Да, да, есть. Ну, есть, стандартный есть. Материал. Там 12 классов. 12 да. классов, дофига. Наверняка. Как без производных 12 классов можно жить? Вот, поэтому Поэтому давайте возьмем производную по x от этого выражения. Вот это выражение, да, оно зависит от x, y и z. Вот это вот, то, что 3 плюс вот это, вот это выражение, которое прибавляется к тройке, будет обозначено за f от x, y, z. Значит, возьмем по x. Что у нас будет? Вот это сгорает. Да. Здесь будет 1 на y минус y на x квадрат. А здесь 1 на z минус z на x квадрат. А теперь внимание. Допустим, они не равны друг другу все. Но мы знаем, что если они друг другу равны все, мы знаем уже значение, да? И знаем, что значение, ну как бы оно будет больше, если они друг другу не равны. Да. Теперь рассмотрим вот ситуацию, когда они... Ну, во-первых, я хочу заметить, что если... сейчас я некоторую такую аналитическую работу небольшую проделаю. Вот если у нас ситуация такова, что у меня 3 значения x, y, z, из которых 2 совпадают, а 1 нет, и при этом совпадение не выходит на границу интервала. То есть внутри. Да, то есть находится внутри, то я могу увеличить... Путем вот так... А, нет, 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 так, нет, нет, так просто это не выйдет. Нет, все-таки так. Давайте сделаем следующее. Начнем с замечания, что если x меньше их обоих, если x меньше, вот x меньше или равно y и z, то есть рассмотрим самое маленькое из них, неважно, как его обозначить, пусть x, если что, переименуем. Тогда вот это... больше, чем 1-игрековая. Вот это. Ага. Х квадрат меньше y квадрат, значит, это больше. Да. И тогда мы из 1-игрековой в минус уходим. И здесь в минус уходим. И здесь в минус. То есть производная отрицательная будет. Да. То есть если одно из чисел меньше там, одного хотя бы из оставшихся, пусть даже не обоих, а одного из оставшихся, если взять минимальный из чисел... Подожди, но... У тебя же случай, когда они все 3 не равны. Значит, в любом случае одно будет меньше, чем какое-то. Да, какое-то меньше какого-то, да. То есть в точке самого минимального из них производная по нему отрицательно. А значит, если я потяну его дальше вниз, не меняя остальных, то выражение будет расти, производная отрицательно. И если есть куда тянуть... здорово. То выражение будет расти. Поэтому я буду тянуть нижнее как можно ниже. До единички. До единицы, естественно. Да. А теперь внимание. Куда я буду тянуть верхнее? Куда? А вот смотри, давай рассмотрим теперь то, которое из них верхнее. Например, вот это. Тогда оба вот эти, df по dz, ровно по тем же причинам больше нуля, не меньше. Ну, больше или равно, но если будет хоть в одном месте неравенство строгим, оно будет. Оно будет. Значит, больше. Значит, я верхнее должен тянуть вверх. Ага. То есть я маленькая единичка, верхняя 2020. Да, то есть я уже точно знаю, что 2 числа из них равны 1 и 2020. Осталось понять, куда мне тянуть среднее. То есть эта задача стала однопараметрической. Да, 1y только. Да, только 1y. Мне надо выяснить, что происходит с y. В этой ситуации пусть x равен 1, а z равен 2020. Здесь низ еще виден, да, нам в камеру? Вот здесь вот низ еще виден, да? Все видно. Вот. Значит, соответственно, у меня на самом деле выражение такое. df по dy будет равно. Значит, df по dy, где у меня y живет? Вот здесь и здесь. 1х минус x на y квадрат плюс... 1z минус z на y квадрат. Вот. И, значит, x это единица, поэтому это 1 минус 1 на y квадрат, плюс 1/2020 минус 2020 делить на y квадрат. Да. Вот. И вот теперь надо понять, что реально здесь происходит, да? То есть у меня... 1, ну давайте я временно 2020 обозначу за n. Нормально. Просто, чтобы не мешалось здесь оно. Тебе, может, место нужно собрать? Да, может, я что-нибудь сотру. Да, это, а может, вот вверх можно стереть уже? Вверх, в принципе, можно стереть, мы так уже все это знаем. Вверх сотрем, да. И вот это тоже не нужно. Да. Ага. А производные еще пригодятся? А производные, ну, в принципе, я уже выписал, да. Но тут мне достаточно будет, чтобы дорешать вот этого. Я думаю, что этого вполне достаточно, чтобы ее дорешать. Так. Вот эту, да, надо? Да, любую. Так. И вот, смотрите, пока в уме, вот ну, что у меня, да, что у нас происходит. У нас вычитается, значит, если это n, да, даже вот что, у нас 2021 год, значит, n будет равно 2021. Отлично. Вот так вот. Значит, n равно 2021. Тогда здесь написано 1 плюс 1 n минус 1 минус n делить на y квадрат. Да. Это n на n минус 1 минус n делить на y квадрат. Правильно? У тебя там знак минус или плюс? Я не вижу. Минус. Нет, вот здесь. После минус. После единички. А, плюс. Минус, а здесь плюс. Ага, все, тогда согласен. Ну, это фиксированное число. Это больше или меньше нуля в зависимости от того, y квадрат больше или меньше n минус 1. Напоминаю, n-1 в 2020 и y, соответственно, в районе 45 где-то. То есть сильно внутри этого промежутка. И значит, что по y производная, вот если y маленькая, то это, ну, допустим, единичка, меньше нуля, да, это n-1 минус n. Да, то есть производная, она вот так себя ведет, где это корень из n-1. Вот. То есть она от единицы к n... Она вот так, то есть производная такая, значит, функция падала, потом росла. А значит... А мы ищем наибольшее значение. Да, оно либо тут, а либо здесь. То есть в одном из концов отрезка. Да. Осталось только сравнить ситуацию 1.1.2020, ситуация 1.2020.2020. Ну, это уже простая арифметика. Это действительно простая арифметика. Там два выражения будут одинаковые, то есть будет 1 плюс... Значит, 1... А ты же можешь поставить там x плюс y плюс z, давай напишем. Вспомним, что было. X плюс y плюс z. Это в первой скобке, а во второй просто обратно. А, ну да. Можно просто все вспомнить. Да, значит, здесь x плюс y плюс z это 2022 год, умноженный на... Сумма обратных величин. Да, сумма обратных, то есть на 1 плюс 1, 2, плюс 1, 2020, да. Правильно? То есть 2022 умножить на... на что там 2000, так, 4041 делить на 2020, да? Ну, уж в таком виде можно оставить. Можно, да, но мы сейчас проверим, может быть, вторая лучше. Может быть. А во второй будет 1 плюс 2020 плюс 2020, то есть 4041, умножить на 1 плюс... Два раза вот Два это. Раза, да. То есть 1 на 1010, да? Ага. То есть 1011, 4041 умножить на 1011, 1010. Так? Если я не ошибся. Похоже, что правильно. Все правильно, да? Значит, здесь... На 2 можно сократить. А? На 2 можно сократить. Да, здесь можно сократить на 2. Ну, мысленно давай сократим. Да, но на самом деле пока непонятно. Здесь дважды 2000, а здесь четырежды... А, нет! Нет, да. Здесь 2000 умножить на 2, а здесь 4000 умножить на 1. То есть на самом деле проблема остается, да. Их сравнить еще надо, да? 4041 у тебя одинаково. Множитель, правильно? А, да, кстати, да. О, как хорошо. А там, если сократить 2022 на 2020... Да, получится 1011 делить на 1010. Да. Что? Чего, у тебя то же самое, нет? Да. Ну, значит, равны. А это может быть, да? А почему нет? Так, если мы не ошиблись, если я не ошибся, то ответ в обеих концевых точках одинаковый. Да, то ответ вот такой, как здесь. Нет, но ответ-то не такой, еще надо на 4041 домножить. Да. Нифига себе. То есть в обеих ситуациях получилось одно и то же. Это правда, да? Это может такое быть? А почему нет? Обалдеть. Ну ладно. Ну, кстати, я думаю, что проще вместо вот это 2020 там просто взять буковку А какую-нибудь. Ну да. И посмотреть, наверное, и посмотреть, да. То есть это будет... Ну это уже, я думаю, подписчики сделают. Ну да. А плюс 2 умножить на... это если два раза единица, да? 1, 1 на Сейчас А плюс 2 на 2 плюс 1 делить на А, да? Угу. А сравниваем мы это с 1 плюс 2А. 1 плюс 2А умножить на 1 плюс 2 деленное на А. 2 на А. Неужели это одно и то же? Я думаю, что если здесь скобки раскрыть, будет проще. Неужели, ну, по крайней мере, вот этих четырехзначных чисел. Слушай, это интересная будет формула, да, смотри. Для любого А плюс 2 на 2 плюс 1 на А равно 1 плюс 2 умножить на 1 плюс 2 делить на А. Ну, похоже на правду. Ну да, но, наверное, просто надо умножить на А, и так все получится, действительно. Тут 2 плюс 1, а тут А плюс 2. Да, конечно, очевидно. Я не знал. А иногда с буквами легче. Круто. Но иногда с буквами легче считать, да, чем без букв. Да, с числами. Вот. Ну, вот ответ. Между 9 и вот этим странным числом. Вот этим. Где? Вот этим, да. Очень большим, кстати. Ну, порядка 4000. Да. Хорошо. Так. А, получается, смотри, вот наибольшее число получилось примерно в сумме вот этих. Да. Примерно. Да, да. Угу. Так, ладно. Это только две задачи мы с тобой разобрали. У Латвийской олимпиады тебе... Это не вступительные в МГУ. Не вступительные в МГУ. Приходится думать здесь серьезно. В общем, я думаю, что всех латышей можно в МГУ спокойно звать, кто это олимпиаду. Не, ну не всех, кто-то олимпиаду. Да, кто решит олимпиаду, мы ждем в МГУ. Ну, то есть не мы ждем, конечно, но я думаю, что ждут. Я, правда, не знаю, как там сейчас иностранцы, да, там то сё. Ну, иностранцы же могут учиться. Скорее всего, по контракту или по договору там. Почему нет? Ну да, да, но за деньги, за бабло. Ну, естественно. То есть бесплатно, наверное, учатся только граждане. Да, что? Да. Скорее за деньги. Когда я учился в Мехмате, у нас в соседней группе, на нашем потоке, был парень, если не изменять память, из Конго. Откуда? Из Конго. А! Вот. И, ну, там кто-то решил над ним подшутить. После одной из лекций спрашивает. У него родной язык французский. Ну вот ты лекции-то вот когда слушаешь, ты там все понимаешь? Все понимаю. А ты их записываешь? Записываю. А на каком языке? На русском или на французском? Он говорит, слышь, говорит, я иногда и латинскими буквами пишу, иногда и греческими. Мне рассказывал Шварц, который на год тебя младше, учился на Мехмате, с ним тоже учился. Шварц на потоке тоже учился. Дима, честно... А, Саша у нас Шварц был. Саша Шварц. А, нет, это другой. Ну, в общем, Димка, он учился на год младше тебя, и у них тоже был негр. И он, значит, это самое... Я не говорил негр, я сказал из Конго. А это... А что, теперь нельзя говорить негр? Почему? Можно. Можно, да? Да. Ну, в общем, был негр у них. И он был в какой-то республике там тоже где-то, глубоко в Африке. Вот, все бы ничего, только вот с историей плохо шло дело. Он совершенно не знал российской истории. И когда он сдавал... Экзамен там был какой-то очень культовый, я не помню, как, то ли Симакин, то ли какой-то вот очень такой культовый препод. И он, значит, было видно, что он не собирается его заваливать, но все-таки решил немножко над ним, значит, пошутить. Говорит, ну хорошо, ну хоть что-нибудь, ты знаешь, ну когда война была, он не знает, когда была война. Ну хорошо, ну революция, когда в России была последняя революция. Ему шепчут с места. 17-й год, 17-й год. И он пишет 1970-й. Историк совсем ржет, говорит, ладно, все, иди отсюда с зачетом и больше сюда не являйся, да? Ему в коридоре спрашивают, ты что, тебе же говорили 17-й, ты что, плохо слышал, что ли? Он говорит, да слышал я, ну как может быть, что вы уже почти 100 лет без революции, в моей стране каждый год революция. Я подумал, что 70-й, я, говорит, ослышался. Хорошо, итак, задача 3, геометрия. Я читаю слой, потом я кое-что предположу, ну чтобы картинку сделать. Хорошую. Да, давай. А потом уже все буду строго доказывать. Итак, вокруг омега вписана равнобедренная трапеция ABCD. Точка H является центром более длинного основания AB. Точка M является, ну, центром, видимо, середины, да? Центром той дуги AB, которая не содержит точки C и D. Прямые C и D, CD и AM пересекаются в пункте X, ну, идем в точке X. Известно, что отрезки HX, DM и AC пересекаются в одной точке Y, и DM равно AC. Докажите, что AB квадрат равно 20. Пункте, потому что point x было в исходном, видимо, и парень перевел, ну, как бы, ну, неважно, все равно, да, поняли, да? То есть, конечно, математическую фабулу мы понимаем. Да, да, да. Значит, я начинаю с окружности. Вот такая окружность. Похоже? Ну да, похоже. Вполне. И вот здесь есть такая хорошая точка H. И там h это середина AB раз, и какие-то три отрезки пересекаются в одной точке два. Ну то есть, ну не случайно, явно. И вот у меня гипотеза, что надо доказать, что h это центр окружности. Ну, так, гипотеза. Ну, то есть, что-то я должен предположить, чтобы подобный чертеж сделать, да? Вот поэтому я это предположу. Ну, нигде, конечно, пользоваться во время доказательства не буду, что вот точка h это вот центр окружности, да? Да. Но просто буду считать, что вот у меня такая картинка. Что на самом деле это вот так должно быть, да? Так, дальше я рисую, соответственно, c и d. Ну и дальше смотрю, значит, точка m является центром, видим, середины дуги, которая содержит точки C и D. Значит, вот здесь она. Так, и я сразу показываю. Дуги одинаковые. Так, прямые CD и AM. CD и AM где-то пересеклись в точке X. Да. А дальше отрезки HX, HX, DM, DM и AC пересекаются в одной точке. Ну, попробуем. Так. Ой, они мне не пересекаются. Ну, немножко можно загнуть в сторону, да? Так, ну, раз. Значит, точку H я, конечно, должен... Так, что не получилось, что не получилось, да? Ну, давай я вот так. Ну, да. Пересеклись. Выкрутился, да? Вот это точка Y. А знаешь, почему? Потому что у тебя кособокая окружность была. Ну, да. Может, перепишем начало? Ну, давай, сделай красивый чертеж. Что я... В самом деле, кособок окружность. У нас мальчик один. Ну, в школе еще когда учились. Заодно народ, как бы, два раза выслушав условия, уже поймет его точно. Да. Мальчик один учился в школе. Мать в школе. У него окружности вот все такие были. Да? Кто там не умел окружность рисовать? Пуанкаре? Топологию-то придумал. Или кто? Что делать? Топологию-то кто придумал? Не умел рисовать треугольники, и окружности у него были неразличимые. В принципе, наверное, Пуанкаре, но до него и, в общем, были Бетти, да, был гомологии считал. Ну, я не об этом. Эйлер, наверное, Эйлер. Ну вот у него окружности и треугольники были у нас в школе, мальчик одинаковые, поэтому давайте я все-таки попробую красиво окружность нарисовать. Получилось лучше. Ну, гораздо. Ну, то есть, на самом деле, с одной попытки, когда рисуешь окружность, лучше всегда получается, чем если одну, другую, туда-сюда. Так. И мы предполагаем, что вот это вот будет сейчас. Ну, я предполагаю, что все-таки это центр окружности. То есть, ну, задача-то какая-то красивая, да? Значит, дальше я должен провести параллельную дугу. Ой, параллельную хорду. Дугу. Да. С и D. И вот дальше точка М — это середина. Показал. И дальше я начинаю АМ проводить и CD. И точку X я получил. И дальше я, значит, проведу HX. Давайте пока пунктирчиком. Пунктирчиком. О, ну, более-менее. Лучше. Тем более ты D немножко, ну да. Ну, где-то вот здесь пускай будет Y. Да, теперь я попробую все-таки. Вот так. И dm равно ac. И dm равно ac. Я вот так вот покажу жирным. Да, такая зубодробительная геома. Вот, и так вот c попал. Да. Вот тут такой большой y у меня. Большой y. Так, dm равно ac. И h равно hb. И дуга am равна дуги МБ. Так? Сейчас, а где h равно hb тоже дано? Да, h — это середина. А, да. Ну вот если мы докажем, что AB — это диаметр, ну это будет шикарно. Я думаю, что задача будет сразу решена. Ну да. Да, потому что еще и угол АМБ будет прямой, да? 45. И углы. Дуги одинаковые, значит, еще и углы по 45 будут. То есть там все сразу должно получиться. Ну да. Так? Ну и что требуется доказать? Что AB квадрат это 2cd квадрат. Ну да. Так. Ну давайте рассуждать. Значит, здесь, конечно, нужно сразу что-то хорошее видеть. Ну и значит, оттолкнемся от того, что dm равно ac. Две равные хорды стягивают равные дуги. Да. То есть из того, что dm равно ac, следует сразу же, что дуга ac равна дуге dm. А поскольку часть AD у них общая, То это то же самое, что равенство дуг DC и АМ. Да. Ну и по поводу заметьте, что МБ это та же самая, да? Да. Получается? То есть вот здесь я ставлю крестик. А теперь из того, что у меня две хорды одинаковые, АМ и DC, следует, что прямые АД и СМ параллельны. АД параллельно СМ. Так? Верно? Вроде бы верно. Вроде бы верно, да? То есть это тоже трапеция? То есть это тоже трапеция. Ну, равнобедренная. Да еще и равнобедренная. А других в окружности не вписывается. А другие в окружности не вписываются, да? То есть условия могли не говорить, что у нас равнобедренная трапеция. Так, хорошо, ну давайте я проведу. Да, то есть у нас еще одна трапеция появилась. Еще одна трапеция. Но раз она равнобедренная, значит углы при основании одинаковые. Да. Значит вот этот уголок равен вот этому уголку. Да. И поскольку диагонали у равнобедренной трапеции равны, то и вот эти кусочки уголков тоже равны будут. Угу. Да, то есть, ну вот такая картинка. Да, да, да. Сейчас я такую поясняющую картинку отдельно сделаю. Ну да. То есть диагонали равны, значит вот эти уголки равны. Угу. То есть я их отметил, собственно, оранжевым цветом. Ну это всегда уровень. Так, теперь если есть равные углы, вписанные, значит надо искать все остальные, которые опираются на нужные дуги. На дугу ДЦ, получается, опирается вот этот, который я оранжевым цветом. Да. Значит, на все дуги, которые я позначил крестиком, можно искать углы. Вот уголок. Да? Такой же, да? Значит, вот на эту дугу. Тоже. Вот он. Вот этот, еще вот этот. Да. Так? Вот он. Ну еще вот эта, получается, дуга. Что на нее опирается? Вот этот, получается, опирается. Да. И вот тот. Внизу. И вот этот. О. Так. Ну ладно, уголки-то я обозначил, да? Так? Да. Но мне-то теперь хочется доказать гипотезу, что H это центр окружности. Что я вспоминаю? Значит, во-первых, я знаю точно, что у меня отрезочки вот эти равны, а H и BH. То есть H это середина хорды. Да. И если я докажу, что диаметр, проходящий через середину хорды, ей перпендикулярен, раз, и другой диаметр перпендикулярен прямо вот этой хорде, и они пересекаются с точки H, то это возможно только в том случае, что они оба прошли через одну и ту же точку. Угу. Ну, значит, это центр окружности. Значит, цель моя доказать, что XH перпендикулярно AD, или на самом деле CM, неважно, да, поскольку они параллельны, и MH перпендикулярно AB. Да. Вот если я это докажу, то все хорошо. Ну, теперь давайте подумаем. Значит, H это серединка, значит, какие-то равнобедренные треугольники. Но здесь очевидно равнобедренный, да? Здесь очевидно равнобедренный. Да. Треугольник. Ну, по условию был, да. АМБ равнобедренный. Ну, почти после, да, то есть из того, что тут дуги одинаковые, значит, это. Но, значит, поскольку MH это точно медиана, значит, это точно еще и высота. Да. Ну, да, здесь все очевидно. Медиана и высота. Соответственно, должен быть перпендикулярен. А здесь надо просто увидеть одинаковые углы, да? Ну, давай посмотрим с тобой на треугольник XMC. У него же углы при основании равны. Мы же это доказали. Это же углы равнобедренной трапеции были. Значит, XMC равнобедренный. Так? Да. А АД параллельно МЦ. Значит, и XAD тоже равнобедренный. Значит, вот здесь точно такие же уголки. Ну, давай я вот так дугами покажу. Я не знаю, там чему-то они равны или нет. А, ну, очевидно, можно было одну показать. Но не важно. Значит, это тоже равнобедренный треугольник. Так? Да. И я продлю вот здесь и получу какую-то точку, скажем, L. А теперь я вспоминаю замечательный факт. Если боковые стороны трапеции продлить до пересечения, то 4 точки, точки пересечения боковых сторон, точки пересечения диагоналей и 2 середины основания лежат на одной прямой. Да. Ну так это и есть моя прямая. Так? Значит, вот эта серединка и вот эта серединка. Да. Значит, вот эта точка P такова, что AP равно PD. Ну, я уж буду с этим треугольничком работать. Значит, XP, это медиана. Ну, а раз треугольник равнобедренный, значит и высота. И высота. Ну, получается, что и здесь тоже у меня перпендикулярно. Значит, ну, достаточно даже вот тоже этой. То есть у меня через середину хорды перпендикулярно проходит только диаметр. Значит, получаю я, что две прямые PL и MH. Но я покажу их как. Вот так вот, да? Чтобы не было сомнений. Это диаметры. Да. Но пересекаются они в точке H. Да. Значит, H — это центр окружности. Ну да. То есть вот гипотеза подтвердилась. Да. Ну то есть гипотеза какая-то должна быть, чтобы решить геометрию, нужна какая-то гипотеза, значит. Ну да. Все. А раз так, то значит угол АМБ прямой. Угол АМБ прямой. Да. А сколько опирается на диаметр? Значит, если я АМ и МБ обозначу за Х, то, кстати, ДЦ — это тоже Х. Да. Да, и все рыжие 45. А АБ — это корень из 2х, поскольку гипотенуза в равноведренном треугольном треугольнике в корень да, вот больше все, да. Ну а дальше просто остается посчитать. АБ квадрат — это 2х квадрат, ну а 2СД квадрат — это 2 раза х квадрат. Конечно. Все, значит, вот это вот у меня равно. Вот такая хорошая, но на самом деле не очень сложная геометрия, честно. Если... Я вот не умею вот гипотезу эту сделать. Я никогда не умею. Я смотрю на геометрию, у меня всегда в голове все это не укладывается. Я пытаюсь рисовать и не понимаю, с чего начать. То есть я в принципе не могу решать геому. Вообще не умею. Вот, на ноль. Понятно. Поэтому когда там вызывает Макс на бой, я вообще даже не давай тогда теорию чисел расскажи лучше. Да, я вот лучше расскажу теорию чисел. А вот там есть задача. По теории чисел. Очень прикольно. Я пространство освобожу. Я даже не знаю, неужели в Латвии прямо в школах изучается лемма Гаусса? Это меня совершенно я тебе про другое скажу. Смотри, то есть структура, ну, так, достаточно распространенная олимпиады, это 4 темы, так, большие. Алгебра, геометрия, теория чисел и комбинаторика. Ну да. Комбинаторика здесь есть, а там будет 5-я. Ну там, ну да. Комбинаторика. Ну и поскольку геометрию мы с тобой судили, алгебра, получается, была в самом начале, первая. Ну, там, вторая. Не, первая, прогрессия. Прогрессия — это алгебра, да? Вторая, вторая тоже алгебра. Вторая — это матан, да? Ну, по сути. Ну да, по сути матан. По сути матан. Третья была геометрия, сейчас у тебя будет теория чисел и потом комбинаторика. Потому что все по канону, да? По канону все. Алгебра, геометрия, комбинаторика, матан и теория чисел, да? Все четко. Задача 4. Известно, что четырехзначное число ABCD, ну там типа, не знаю, типа там 1031, ну вот так записанное, да, я не знаю, простое это или нет, но вот про это число известно, что оно простое. То есть это цифры, что значит четырехзначное число, да? Это значит, что А, Б, С, Д целые от 0 до 9 и дополнительно А больше или равно единице. Ну вот как бы, что значит четырехзначное. То, что оно простое, это мы отдельно обозначим, подумаем, что значит. Вот. И, значит, ну это я не знаю, простое или нет, я просто объяснил, что имеется в виду здесь. Известно, что это число простое. Вот. Еще известно, плюс известно, что многочлен ax в кубе плюс b x квадрат плюс cx плюс d имеет 3 действительных корня. 3 значит, что, ну, как бы 3 различных. Ну, понятно, да, когда пишут 3, имеет в виду 3 различных. 3 различных r корня. Могут ли они быть целыми или рациональными? Два пункта. Пункт А. Могут ли все 3 быть целыми, пункт Б, рациональными. Значит, я могу рассказать, как я вначале все это решал. Как? Ну да, начнем с некоторого общего утверждения. Утверждение. Если А, Б, С, Д больше равны 0, ну и как бы не все отлично от 0, ну, для простоты, да, давайте первым делом просто заметим, что d, ну вот первым делом заметим, что d тоже больше равно единице, потому что иначе простым число быть не может. Но оно нечетное должно быть, да? Ну, оно вообще должно быть 1, 3, значит, d, d, на самом деле, примерно 1, 3, 7, 9. Других окончаний у простых чисел не бывает. Но это мы как бы, да, потом. Но вот тут, значит, если вот это больше равно 0, ну и там не все равны 0, там, на всякий случай. Ну, достаточно того, что А и Д больше 0. То все корни корни вот этого многочлена отрицательные. Угу. Вот. Все до единого. Вот очевидно. Да. Ну, просто доказывается. Да, потому что... Видите, d больше нуля здесь важно, потому что нулевой корень. Но там a больше нуля. Да, тут a больше нуля, d больше нуля, b и c больше равны нуля. Все корни строго отрицательные. И потому что это происходит, потому что можно взять производную на самом деле. То есть должна расти сама функция справа от нуля, производная и первая, и вторая. Обе. И если бы какой-то корень попал в положительную зону, вот, допустим, если у нас какой-то положительный корень, возьмем там самый, если есть, то самый правый тоже положительный, то у нас, значит, соответственно, у нас получается, что вот здесь наша функция, наш многочлен из отрицательных становится положительным. При положительных иксах. Да, при положительных иксах. И так как все производные положительные, значит, он и вот здесь тоже отрицательный. Потому что, ну, первая производная, достаточно первая производная положительна при х больше или равно нуля. А значит, раз он здесь был равен нулю, он здесь был бы меньше нуля. Но и это d. Это свободный член. Не, подожди, первая производная в нуле — это c. Нет, не в нуле, значение этого. Значение, да, значение равно d. То есть, еще раз, смотрите, вот у меня есть три корня многочлена. Если самый правый из них, если хоть один из них не отрицателен, то самый правый не отрицателен. В данном случае про нулевой корень можно забыть, его нет. Потому что если бы он был, то d было бы равно нулю, а мы знаем, что в этом случае число не было бы простым. Поэтому, значит, если уж не отрицателен, то точно положителен. Дальше, производная этого выражения, если a, b, c, d больше нуля, она сама тоже больше нуля везде при x больше равно нуля. Причем строго больше, потому что... Ну, не строго, в нуле, может, не строго, но справа уже строго. Вот. И тогда у нас получается, что он должен расти до корня. Значит, он растет из отрицательной области. А значит, значение в нуле было бы отрицательным. Но это противоречит d, потому что оно положительно. D положительно. Все. Значит, мы доказали очень важную лему, что все три корня отрицательны. А значит, отсюда это значит, что наш многочлен f от x, вот этот, он на самом деле имеет вид a умножить на x плюс альфа, на x плюс бета, на x плюс гамма. Вот. Альфа, бета и гамма уже числа положительные. Да. Это обратные к корням. Противоположные. Противоположные корням, да. Ax в кубе плюс bx квадрат плюс cx плюс d. Ну, про целые уже... Про значит, целые числа уже все сразу ясно, потому что нам дано, что вот это число простое. А что это за число? Ничего. Это f от 10. Вот это следующая гениальная догадка. Хитро. Понятно, да? Это я сегодня в электричке понял. Вчера я по-другому решал. Через задницу. Более сложным путем, ты хотел сказать. Да. Через занятость. Полная занятость, как мы говорим, когда рядом девушки. Девушки, простите, пожалуйста. У нас на канале очень маленький процент девушек, но мы очень ими дорожим, поэтому стараемся не материться и плохо себя не вести. Но иногда вырывается натура наружу. Ну, я очень стараюсь, простите, ладно. В общем, через занятость. Вот. Вот в электричке, когда я к тебе ехал в Авантеевку, я понял, что это просто f от 10. То есть это f от 10 и есть вот это a, b, c, d. В точности, по определению. Потому что это 10 в кубе на a, плюс 10 квадрат на b, плюс 10c, плюс d. Вот, ну то есть f от x, f от 10. Вот, а значит, если мы подставим 10, то у меня будет f от 10 простое, но оно же... произведение четырех. Да, равно, настолько оно настолько непростое, что просто вопиет. 10 плюс альфа, да? А все множители, там, они все, конечно, не могут. Положительные, поэтому никуда не денешься. Все, уже вообще всего натыкано, да? То есть все, противоречие сразу. Теперь что делать с рациональными? Да. Тут требуется лемма Гаусса, которая, блин, у нас вообще-то не проходится в школах, кроме как в математических. Лемма Гаусса звучит так. Если f от x принадлежит z от x, то есть является многочленом с целыми коэффициентами, то его разложимость над Q влечет разложимость над Z. Угу. Но вот я не буду сейчас ее излагать, доказательства. Не буду. Оно очень красивое и не очень простое. И я вам обещаю его на канал. Я давно хотел его записать, и вот пришел момент, когда я вижу, насколько это нужно записать. Необходимость. Просто необходимость пришла, да. Я давно хотел, это очень красивая лема. Совсем нетривиальная, на самом деле, очень зубодробительная такая там. Но вот, тем не менее, мы ею воспользуемся. Потому что разложимость над Q у этого многочлена очевидна, если у него были бы три рациональные корня. Угу. А значит, он разложим над Z. Но извините меня, что это значит, что он разложим над Z? Значит, что на самом деле каждый из множителей приводится с помощью А к виду, когда здесь дробей уже нет. Угу. То есть, иными словами, тогда f от x, очевидно, равен m1x плюс n1 умножить на m2x плюс n2 на m3x плюс n3. Да. После чего подставляем снова 10 и получаем, что это опять непростое число. Опять непростое. Да, то есть опять, и опять f от 10, да, уже 3 этих, 10m1 плюс n1, да. Ну и это все положительно, естественно, потому что вот здесь все положительно было. Вот, на 10m2 плюс n2 на 10m3 плюс n3. Опять непростое. Все. Соответственно, пункт А, пункт Б, ответ нет. Корни у него могут быть только иррациональными и никакими другими. Все? Нет. Некоторые. То есть какие-то есть, да? То есть там могут... вопрос же был, могут ли быть все целыми, все рациональными? Да, ответ такой, да, ты прав, я неправильно сформулировал. Итак, не может быть такого, что все три корня будут рациональными числами. А вот можно в комментариях написать, а верно ли, что они обязательно все три иррациональные? Верно ли, что они все три иррациональные? Но я сразу знаю, что нет. Ну, конечно же нет. Я даже как бы вижу контрпример, но его надо построить. Так что можете попробовать построить. Хорошо. Ну что, Андрей, завершай. Чисел, я это вообще не могу. Вот это 2020 городов я вообще не могу. Я не Райгородский и не Дима Белов. Я не умею такие решать. Ну, я попробую. Пятая задача какая-то жесть. Мне показалось, прям это металл металлов. То есть, ну как бы да, я бы решил в этой олимпиаде три задачи на самом деле. Первую, вторую, четвертую. На геому я бы потратил кучу времени. Ну, диплом бы ты точно получил. В конце концов, призером. Да? Не, призером бы ты стал. Потому что все-таки больше половины решил. Это что именно? Где? Геому? Ну, нет. Больше половины задач, если решаешь, то точно призер. Понятно. Ну вот если просто, допустим, посмотреть, ну давай международный посмотрим, да, межнарчик. Да, там максимум 42 балла. Если человек набирает 21 балл, ну, то есть из 6 задач, да, половину решает, ну я думаю, что там в районе серебряной бронзовой медали получает. Да, а здесь ты точно больше половины решил. Ну да, 3 из 5 бы я безусловно решил. Первую, вторую, четвертую. А вот каждая по 10 баллов, да? Ну да, 30. 30 баллов ты уже набрал. Ну в геоме ты, может быть, что-нибудь поковырял бы? Ну, может быть, что-то наковырял бы, не знаю. Какую-то идею, я не знаю, хотя бы, может там... Нет, скорее я бы бросился на бизнесмена и все-таки его мучил. То есть, как бы то, что геому у меня совсем плохо, с комбинаторикой у меня ничего, но очень долго всегда. То есть, меня, как правило, я могу ее домучить, но уже за время, которое несовместимо с ходом олимпиады любой. Я буду тупить, там, смотреть, какие графы тут возможны. То есть, я, наверное, я добил бы ее, но тут я как бы и решил, что... Есть более профессиональные люди в твоем лице, которые сейчас с ней справятся. Давай попробуем. Задача номер 5 такова. В стране 2020 городов, каждый с каждым соединен дорогой. То есть полный граф дорог. Да. Дороги за пределами городов не пересекаются, используются виадуки. Ну это такие... Да, да. Бизнесмен играет с дорожной администрацией следующую игру. Каждый день бизнесмен приватизирует одну дорогу, а дорожная администрация сносит 10 неприватизированных дорог. То есть, если приватизировал, то все, это уже моя. По ней могу кататься. Слушай, какая актуальная, да? То есть, администрация все сносит. Это ну, вот для... Мешает. Наверное, в Латвии тоже так бывает. Это ну, вот, наверное. Видимо, везде, да, такие администрации. Теперь считаем, что нужно доказать? Докажите, что может случиться так, что через некоторое время бизнесмену будет принадлежать циклический маршрут, который идет ровно через 70 городов, заходя в каждый ровно один раз. То есть я смогу... ну давайте я вот так. А что значит может случиться? Ну, может случиться, значит, докажите, что такое точно будет. Ну, то есть хотя бы один такой маршрут можно придумать. То есть бизнесмен может добиться этого, ну, да? Своими действиями, независимо от действий администрации, правильно? Значит, да, независимо от действий администрации. То есть, ну, понятно, что если бы администрации не было, то он бы взял просто 70 городов. Это понятно, и за 70 дней бы все приватизировал. Да. Но администрация не хочет, чтобы все это принадлежало бизнесмену, чтобы еще по этим городам он мог кататься. Да. Значит, что происходит каждый день, да? Каждый день. Я так напишу. Значит, бизнесмен плюс одна дорога. Да. Администрация, я напишу ад. Ад. Ну, конечно, надо сокращать адм до следующей гласной, но я напишу ад. Минус 10 дорог. Да. Ну, понятно, это путь в ад, да? Мне нужно доказать, что вот такой маршрут я построю. Но я замечу следующее, что дорог на самом деле колоссальное количество, да? Да. Ну, полный граф. Миллионы. Полный граф, ну, порядок там, 10 в шестой, там, с каким-то коэффициентом. Да. Да, то есть можно посчитать, это 2 миллиона, простая задача, даже считать не будем. Да. Теперь, и то есть какое-то разумное количество дорог я просто в цепочку могу всегда соединить. Ну, грубо говоря, я взял город А1 и соединил с городом А2. Да. Это мне подмечать никто не может. Дальше из города А2 выходит 2020 дорог, одну я забрал, значит, осталось 2019. Уберу 10, но я дальше возьму в какой угодно город А3, проведу дорогу. И так далее я могу спокойно делать, и даже до А69. Но вот здесь администрация сломает мне дорогу от 69-го города в первый. Ой, нет. Собаки. А, я до 70-го могу, да? Сейчас, только надо мне посмотреть. Дорогу сломает из 70-го в первый. Сейчас. То есть мне, я 69 сейчас, дорог. Из А69? Ну, здесь у меня 69 дорог. Нет, я просто пытаюсь понять, что если она всю дорогу остервенела, ломала из А69, она все равно сломала за это время 700 дорог. Меньше дорог, 680. Меньше, ну, 680. Да, меньше, потому что здесь у меня 68 дорог. Да. Значит, здесь к этому моменту сломали 680. Да. И, может быть, даже их сломали все из этого города. Но я тоже, парень, не глупый, я бы взял просто в качестве 69-го города другой, там, где еще ничего не поломали. Да, но все равно... То есть сломали не больше 680 из этого города. Значит, 69-я дорога у меня все равно есть. Но вот теперь они возьмут и сломают отсюда сюда. Да, правильно. И если я вместо этого возьму какой-то другой, они из того сломают. То есть вот теперь я 70-й город, какой бы я ни взял, у меня всегда будет проблема. Да. Поэтому мне его брать и не надо. Ну не надо, тут толку нет никакого. Да. А значит, давай подумаем, что делать. Значит, мне нужно где-то найти какой-то город, из которого не сломали ни сюда, ни сюда. Так? Но как только я из него протяну дорогу или сюда, то вторую мне тут же сломают. То есть у меня же, ну мне нужно, чтобы была дорога и сюда, и сюда. Да. Вот как раз у меня будет цикличный маршрут. Но как только я одну из них заберу, мне вторую тут же порушат. Да. Да. Значит, и этот город меня тоже бесполезен. Я ничего не смогу сделать. Значит, на самом деле, последний город я поставлю 68-м. И теперь я буду хитрее. Я вот здесь и вот здесь возьму города. Отсюда сюда, ну понятно, одна дорога. И отсюда сюда тоже одна дорога. Да мне еще между собой их надо соединить. Понятно, что 3 дороги у меня администрация сразу отберет. Ну, то есть 2 отберет, одну-то я могу сделать. Так я таких вот сейчас наберу пачку. И таких пачку. Так, сейчас, значит, это что за города, соответственно? Да какие-то города. То есть я здесь хочу пачку набрать и здесь хочу пачку набрать. А как ты их набираешь? Ты берешь... Я пока не знаю, смотри. Но поскольку администрация сломала не больше 680 дорог, а поскольку я последний даже выкинул, то не больше 670. Ну да. К этому моменту. И плюс я забрал 67, то есть пока вот я вот такой количество дорог забрал. Да. Из всего графа. Значит, теперь мне нужно найти множество вот этих городов, множество вот этих городов, и здесь очень много дорог осталось. Да. Так? Я сейчас просто подумаю, сколько мне городов нужно взять здесь и здесь. И потом моя задача увидеть, что вот из этой кучи сюда что-то ведет, из этой кучи сюда тоже что-то ведет. Угу. Да? Да. А здесь все дороги поломать мне не смогут. Да. И значит, я хотя бы одну успею проложить. Да. Ну, теперь я делаю так. План примерно ясен. я вот здесь n городов возьму. И вот здесь возьму тоже n городов. Сейчас тут надо аккуратно проверить, что они себе не поверяли, это не поломали уже до сих пор все дороги. Не-не, ну всех-то еще не могут поломать. Смотри, сколько у меня дорог отсюда выходит. 2020 отсюда вышло, и отсюда 2020. Даже если они все отсюда поломали, то у меня еще примерно 1500 дорог осталось. Да, да, да. Значит, да, да, грубо говоря, 1/11 часть из этого я могу забрать себе. Да? То есть 1/11 от 1500. Сколько это много, будет? Да, это 100, ну 100 с лишним. Порядка 130. Там с чем-то. Да, но это момент, когда здесь. Но если пополам, то... Если я начинаю дороги отсюда делать, они понимают, ага, я хочу сюда что-то простроить. Значит, начинают мне здесь портить все. Там ничего не трогают. Да, либо наоборот, ну да. Да? Ну да. Но если они здесь ничего мне не портят, то я тогда не очень большое количество городов уже наберу, и из них я потом сюда перекинусь. То есть я хочу понять, насколько большим должно быть вот это n. То есть у меня вот здесь n дорог, я забрал, здесь тоже n дорог, и вот здесь еще 67. Это то, что я забрал. Да. Теперь что забрали эти? Они забрали в 10 раз больше. Да. Значит, всего к этому моменту что-то ясно про... Вот такое количество дорог. Да. Ох, да. Уже ясно. Угу. Да? А теперь что мне нужно? Мне нужно посмотреть, сколько дорог вот здесь, между этими двумя множествами сейчас к этому моменту существует. Значит, здесь n, значит n квадрат. Да. Значит, мне нужно подобрать такой n, чтобы ребята не успели уничтожить все дороги. За это время, да? За это время, да. Чтобы хотя бы одна дорога сохранилась. Да. Потому что вот эти дороги у меня уже все есть, вот эти тоже все есть. Все есть, да. Значит, если я хотя бы одну здесь смогу проложить, все, я замкну. Все, ты выиграл, да. Я выиграл, да? Так. 68, здесь 69, здесь 70, значит, мне достаточно одну дорогу. Значит, мне надо посмотреть, сколько вот здесь осталось, сколько здесь дорог, да, и вот здесь n квадрат. Чтобы вот эта величина у меня была больше, чем то, сколько они успеют порушить. Да, за все это время. За все это время. То есть за все это время, значит, вот это у меня должно быть такое неравенство. Да, растет как n квадрат, отлично. Это растет как n квадрат. Да? Да. Значит, поскольку это растет как n квадрат, это как n, то предполагается, что, конечно, то вот здесь это... какой-то большой n я смогу взять. Да. Так? Ну, давай попробуем. Значит, 22n плюс 670 и 67, это 737, меньше, чем n квадрат. Значит, мне нужно какой-то n подобрать. Ну, понятно, что оно больше 20, 30, здесь мало. 900 мало, потому что 600, 640, 1600, здесь 800, здесь 800. Примерно 800, значит 50 точно хватит. 50 хватит, да. Значит, n равно 50 должно хватить. Должно. Теперь давай просто проверим, что все хорошо. Значит, что произошло вначале? 67 дорог я забрал, да. Ребята забрали 670, я забрал 50, еще 50, 100, ребята забрали 1000. Угу. Значит, в сумме получается вот такое. И они причем могли забрать 1600-700 вот отсюда. Ну, да, они могли. Да? А у меня здесь 2500. Вот здесь да, у меня 2500. Все, 2500, все. Значит, все, хотя бы одну я сохранил. Обалдеть. Ну, на самом деле, я там... Ну, красиво. Красиво, да? Красиво, хорошая задача. Отличная. Все 5 задач отличные. Ну, задачи отличные. Выходи. Просто супер, да, слушайте, друзья. Значит, я, во-первых, огромное спасибо парню, который мне это прислал. Я уже забыл, кто это был, но у нас же понятно, что наши подписчики не пропадают. Да, да, да. Вот, я поэтому думаю, что он посмотрит, огромное спасибо. И если напишут в комментариях, кто это был, мы, естественно, в описании к видео потом постфактум включим, что вот это на самом деле было такое-то. Вот. Олимпиада замечательная, что называется, пишите еще. Пишите с олимпиадами из разных других стран. Вместо оплаченных роликов, как поступать в какие-то иностранные университеты, при том, что у нас самые лучшие университеты, да, до сих пор и, там, и МФТИ, и Матфак вышки, и Мехмат, наши родные. Да? И в Питере тоже. И в Питере, да, Новосибирск хороший. Да, то есть, как бы мы приглашаем поступать в наши университеты. А вот сравнить с чужими школьными задачами мы всегда рады. Это, конечно, просто смотреть уровень задач, да, у них, сравнить, у нас, да, и да, не только школьные экзамены, но и олимпиады. Да, и из всех стран, откуда нам шлют задачи, мы всех ждем в Россию. Вот такие дела. Маткульт, привет! Всем спасибо, привет. Андрей! Спасибо, Алексей.